именно с Ромой как раз вот я именно занимался, именно как музыкант, в нашей, ну, как это еще сказать, у меня еще много потом было, когда я с кем играл, но где я либо работал, да, либо ты идешь, где у тебя есть какие-то коммерческие задачи, да, какие-то, а тут нифига, тут конкретно мы, он только музыка, то есть мы конкретно делали только музыку. Никакой речи вообще там, чтобы заработать деньги. Сколько это будет просто, мы от всей души, то, что у нас на сердце, мы реально просто делали из этого продукт, мы рисовали картины. И вот это было круто. Вот это у меня по большому счету, больше всех и дольше всех, у меня это было с ним.